Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить аксессуар для волос. Это резинка-платок. Я думаю, что вы уже видели во многих интернет-магазинах, либо просто магазинах такую резинку для волос. И ее можно легко сшить самому. Даже если у вас нет швейной машины, то можно сшить просто вручную. Итак, что мне для этого понадобится? У меня здесь ткань. Можно сшить из остатков ткани, которая у вас вот остается. Даже если у вас уже есть какое-то сшитое изделие из такой ткани, то этот аксессуар, я думаю, вполне дополнит ваш образ. Я сошью из двух видов ткани, одну для ребенка, другую для себя. Ножницы, резинка, у меня вот такая тонкая резинка, фломастер, иголка, линейка, нитки. В принципе, все. И швейная машина. Ну, если у вас нет ее, то можете сшить просто вручную. И для того, чтобы сшить резинки, я уже сделала вот такие заготовки. Отрезала два кусочка резинки. Один длиной 16 см, другая покороче размером 13 см. И две полоски из ткани. Одна, которая поменьше, шириной 5 см и в длину 27 см. Потолще, которая 10 см в ширину и 33 см в длину. Теперь беру одну полоску, складываю ее лицевой стороной вовнутрь и вот здесь полностью прошиваю по краю. Точно так же другую тоже складываю лицевой стороной вовнутрь и прошиваю вот здесь на швейной машине. Если нет у вас машинки, можете сшить вручную. И вот так вот я уже сшила две полоски, теперь раскладываю их вот так в разные стороны, чтобы шов был посередине, и разутюжу утюгом. Теперь выворачиваю полосочки на лицевую сторону. Я уже сшила две полоски, теперь беру резинку, которая подлиннее, одеваю на нее булавку и продеваю сюда вовнутрь. И вот так вот я уже продела резинку, снимаю булавку и сшиваю ее. Вот такие у меня уже получились почти готовые резинки. Теперь я беру резинку и одну часть вкладываю в другую. Здесь с краю немного подгибаю, вовнутрь сюда заворачиваю. Беру иголку с ниткой. И просто сшиваю один конец с другим. Вот так вот я уже сюда вложила один другой. Немного здесь край подвернула вовнутрь сюда. И теперь просто сошью. Вот такие у меня получились резинки. Я уже сшила одну и другую. Вот так вот. И теперь сошью к ним платки. И для того, чтобы сшить платочки, я вырезала два прямоугольника. Один размером 65 на 22 сантиметра и второй поменьше 45 на 14. Вот этот, который поменьше, я сделаю одинарный, а вот этот большой сделаю двойной. Теперь складываю пополам вот так. И мне теперь необходимо срезать вот этот угол.
И точно так же на другом, только я не буду его складывать пополам. Сложу только вот так и тоже срежу угол. Вот так вот у меня получилось. Теперь я сшиваю вот здесь полностью по краю. Оставлю отверстие, чтобы потом вывернуть на лицо. Вот здесь и сюда. На этом подворачиваю здесь немножко край по два раза. И полностью тоже по краю подшиваю. Со всех сторон. Подворачиваю и прошиваю. И вот так вот я уже прошила, теперь срезаю уголки и выворачиваю на лицевую сторону. Я уже вывернула и разгладила, теперь зашью вот это отверстие здесь сбоку. И вот так вот у меня получилось. И теперь завязываю на резинку. Можно завязать вот так. Обычно сделать узелок. Можно еще завязать. Также можно завязать еще вот таким образом. Продеть сюда. Сделать такую петлю и сюда в петлю вот протянуть вот эти хвостики. Вот таким вот образом тоже. И теперь завязываю тоже на маленький. Я вот здесь по краям уже подшила. Можно также обработать на оверлоке и подшить. Можно просто подшить на машинке. И тоже завязываю сюда на резиночку. И вот такие две резиночки у меня получились. Одна для ребенка, другая для меня. Косынки можете сделать другого размера. Сделать их, может быть, длиннее, уже, либо шире. Как вам больше нравится, так и делайте. И на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока!